Всем здравствуйте. Вот и наступила осень. Ну и осени есть своя красота. Яркие краски создают хризантемы. Здесь у меня хризантемы небольшие кустики, так как земля здесь под наклоном, и вода здесь стекала, плохо поливалась, и поэтому не очень такие большие кустики. Но все равно яркие пятна создают. Очень красиво. Вот эта хризантема, она когда распускалась, она была чисто белая с желтой серединкой. А потом она уже на морозе порозовела. У нас уже были ночные заморозки в Волгограде. Сортов, к сожалению, я не знаю. Сажала череночками весной. Причем не окорененными череночками, просто воткнула в землю, и они пошли. Вот эта хризантемка мультифлора называется попкорн. И вот она пораньше начинает цвести, чем все остальные. И она как бы набитая. А вот этой хризантемке досталось очень много воды. Хорошо она поливалась, потому что земля здесь не под наклоном. Она растет в лунке из-под дерева небольшого. И куст прямо огромный. Я не знаю, он, наверное, шириной метра полтора. И вот набитый тоже, не видно листиков. И запах у него такой вот медовый. Вот так вот, вот он выглядит. Огромный куст. Вот что значит полив хороший. И, соответственно, кусты большие вырастают. Тоже сажала одним единственным череночком. Вот он даже посредине немножко развалился. А эти череночки под деревом я сажала очень поздно. И часто посадила. Поэтому они у меня небольшие. Ну, вот это я подразумеваю, что это какая-нибудь корейская хризантема. Это не мультифлора, потому что она не шаром идет. И такие цветочки крупные. Ну, в основном я только знаю один сорт, который у меня попкорн. Остальных сортов я не знаю. Покупала на рынке. И, к сожалению, не спрашивала сорта. Просто понравится, какой кустик, такой и покупала. Очень красиво осенью окрашиваются листья гортензия. Гортензия дуболистная. Прям вишневого цвета. Очень красиво. Вот такой кустик. Продолжает цвести лиана. Это жимолость вьющая. В течение лета цвела обильно, особенно весной. А так осенью уже так вот отдельными веточками цветет, уже как бы меньше. Но все равно приятно видеть осенью еще цветы. Я эти хризантемки осенью пересаживала все время в теплицу.
так как читала, что они не выдерживают больших заморозков, а у нас зимой бывают большие заморозки, сильные морозы. Ну, в этом году хочу попробовать некоторые кустики оставить и не высаживать в теплице. Попробую утеплить их прямо на улице. Практически все работы в огороде закончены. Будем ждать теперь весны.